Приветствую всех, мужской пол и женский, на связи Рэпер Трейдер. Итак, что у нас сегодня? Сегодня у нас 10 число, а 10 число у нас конкурс. Сегодня определим победителя, нет, сегодня определим счастливого обладателя 1000 рублей. И также сегодня будем торговать по новостям. Через 6 минут у нас выходит важная новость. Вот она, объем производства в обрабатывающей промышленности. Как я хочу поставить сегодня? Хочу поставить до выхода новости, потому что я проанализировал вот эту главную новость. Здесь у нас получилось, видите, идет чередование, все указывает на понижение. То есть я поставлю до выхода новости, и если что, на перестраховку поставлю после выхода новости. Просто у нас еще здесь есть вот такие вот новости с двумя головами. Они могут нам помешать, если они в другую сторону будут. Вот я не сильно люблю такие новости, когда очень много новостей в одно время. На одно время. Так что вот так вот. Будем ставить на британца иене на 5 минут. В 29 минут можно уже ставить будет. Так, давайте конкурс. Ну, думаю, по поводу конкурса не стоит напоминать, да, что нужен, что аккаунт должен быть не фейковым. И репост первое, второе, третье место. Копируем ссылочку нашу. Так, поделившийся с друзьями. Только члены группы. Так, вот все наши участники, погнали. Я думаю, с первого раза, как всегда, не получится. Смотрите, блин, я себя выбрал. Ну, народ, вот это жестко. Я тоже сделал репост и выиграл я, короче. Ну, понятно, что я... Блин, вот это прикол. Все, народ, не получите вы денег. Выиграл я сам сделал репост. Ну так случилось, ну народ, ну такая вот ситуация. Ладно, шучу, конечно же, давайте еще раз. Блин, мне никогда не везло в конкурсах, вы понимаете? Никогда не везло в этих репостах, и я сделал свой репост, и я здесь победитель, отлично. Да, давайте еще раз тогда. Так. Жанара Кашканова. Давайте проверим ее. Ого, мои сигналы публикует. Да, на втором месте все нормально. Рэпер Трейдер есть. Все четко. Так, посмотрим фотографии. Ну, здесь все отлично, не фейк. Ну, правда, три фотки. Рэпер Трейдер есть, репост на втором месте, все шикарно. Даже есть репосты с нашей группы по сигналам. Да, тут все нормально. Я думаю, вы сами видите. Все, пишем сообщение. Вы выиграли. В конкурсе от рэпера Трейдера. Тысячу рублей. Что-то я нормально написать не могу. 1000 рублей отправить. Давайте ваши реквизиты или что? А, поздравляю. Так, я там новость не пропускаю. Еще одна минута. Все, без ошибок. Жду реквизиты. Реквизиты.
Все, вроде норм написал. Жду ваши, надо написать. Жду ваши реквизиты. Ваши с большой буквы. Вот так вот, все будет по-четкому. Отправить. Так, все нормально, остается у нас минута до выхода новости. 2 минуты. Или знаете, можно было написать: скиньте 50 рублей мне на Киви, чтобы, мол, для комиссии. Просто вот люди ведутся вот на эти вот конкурсы, как идут разводы. Что, мол, вы выиграли iPhone, но чтобы получить этот iPhone, скиньте нам 500 рублей на Киви. Народ, ну как можно на такое вестись? Если вы уже выиграли iPhone, если вам отправляют iPhone, у них что, нету 500 рублей за пересылку? Вот? Ну как? И самое, знаете, обидное, то, что ведутся люди вот по 30, по 40 лет. Вот это очень обидно. Ну ладно, там школьников каких-то там дурить, ну... Так, ставим на понижение. На 5 минут. Раз, два, три, четыре. Вот как раз отлично. 5 минут. Поставлю я... $20. 20 евро на понижение. А еще поставлю. Так, все, хватит. Еще перестрахуюсь, так долларов на евро, так на 40, увидим. Так, 1 минута. Все отлично, я конкурс успел, и как раз все одним дублем. И как раз поторговать сейчас по новостям. Ого, позитивная новость, вот это я зарядил. Так, ну нужно ждать просадку, чтобы на повышение поставить. Нужно ждать просадку. Короче, подожду еще просадку немного. Да, вот такие вот результаты, видите, все, ну блин, нужно торговать после выхода. Зря я поставил столько денег на, блин, нужно было ставить еще. Ай, все, не успел, нужно было, сколько я поставил, я столько же поставил, сейчас в минус уйду. Здесь уже нету смысла ставить, блин, больше. Или все-таки может быть рискнуть, оно еще будет идти на повышение. Давайте рискну, была не была. Блин, лучше так, конечно, не делать, как я вот сейчас делаю. Сейчас вот оно вот здесь вот просядет, и я буду в минусе. Короче, так не нужно было делать. Короче, будет еще просадка, я уже еще подстрахую себя немного. Ну вот, наконец-то, просадка пошла. И сейчас мы в минусе на... Короче, не знаю, пока мы в минусе будем, если вот здесь вот закроется, я надеюсь, что здесь не закроется. Я поставил 25 евро... До выхода новости. 20 евро я походу поставил после выхода новости. И еще 20 евро. Ну сейчас уже здесь будет затухание идти. Короче, народ, ставим после выхода новости. Это самый дельный вариант. После выхода новости. Новость позитивная, здесь 100%, потому что, смотрите, все полностью зеленое, здесь по-любому пойдет вверх. Не нужно вот эти вот угадывания до выхода новости ставить. Сейчас я, блин, зайду еще в минус.
Так, ну ждем. Главное сейчас не словить этот откатик, потому что когда выходит новость, оно резко стреляет, потом немного идет затухание, и потом происходит откат. Вот еще у нас осталось 30 секунд, вот главное не поймать сейчас не этот откат. Отлично, все идет. Да просто новость сильная. Повышение, значит повышение. Новость была сильная. Увидим, сколько мы затащим. Да сколько мы затащим? Вот на эти 15 евро. Ну здесь мне хорошо, повезло. Новость просто была сильная, и все пошло на повышение. Смотрите, чуть бы не закрыли. А, ну заработал немного. Все, короче, отлично. Новость у нас зашла, новость сильная. Поторговали сегодня по новостям, сделали конкурс. Что еще вам хочу сказать? Народ, скоро будут много крутых акций. После этого конкурса я сделаю еще один конкурс на 6000 рублей. Первое место будет 3 куска, второе место 2 и третье... 1000 рублей. Дальше. Я еще буду делать конкурсы на бесплатные аккаунты, так что не пропускайте. Просто прошлый конкурс на бесплатные аккаунты, то есть люди пополняли аккаунты, а я им возвращал деньги. То есть они пополняли на 10 баксов, я им возвращал 10 баксов, всем полностью вернул. Я даже вернул тем людям, которые натупили, как всегда, не по моей ссылке зарегались, пополнили счет, скинули, я их не могу проверить. И они, это их были последние деньги, я даже таким людям возвращал деньги. Так что будет скоро, да, в этом месяце будет много конкурсов. Так что не пропускайте, все по-честному. С вами был Рэпер Трейдер, поторговали по новостям, заработали здесь немножко денег, сделали конкурс. Зачем я вот это все говорю? И так все понятно. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачной торговли, увидимся на сигналах. Всем пока. Еще не конец видео, сейчас будем деньги переводить. Вот я общаюсь сейчас с Женарой. Итак, переводим денежки. Вот Kiwi кошелек. Мне прислали Kiwi кошелек. Настроение отличное, все нормально. Правда, только что меня кинули походу на деньги, на 140 баксов. Ну ничего страшного, видите. Не сможет подтвердить. Ну ладно, всех кидают в этой жизни. Итак, номер телефончика. Давайте 1300, да? Отошлю 1300. Написать нужно что-то. Так, не здесь. Напишу. Поздравляю. Все, поехали. Сегодня добрый. 300 рублей накинул. СМС-очка. Да ну куда? Все, деньги пошли. Так, скоро конкурс на 6 косарей. Все, деньги отправил. Давайте подождем подтверждения. Чтобы не говорили, то рэпер трейдер что-то там кидает людей. Все нормально. Даже 300 рублей накинул. Меня разводят, а я накидываю. Так, давайте смотрим. Что-то долго печатает. Может, благодарность мне пишут?
Пришли, я в шоке. А почему 1300? Да потому что подарочек от рэпера трейдера. Написал, что это подарочек. Спасибо, что принимали участие в моей акции. Спасибо за участие. Удачи. Вот так вот. С вами был Рэпер Трейдер. Видите, деньги, все нормально, все отправились. Скоро новые конкурсы. Так что подписываемся. И не теряем деньги, и учитесь на своих ошибках. Не унывайте, когда вас разводят. Всех в жизни это разводят, но ошибок нету. Все только к лучшему. Вот теперь всем пока.